В ходе текущего ремонта аварийных участков дорожного полотна сотрудники Дорсервиса провели ямочный ремонт на улице Строительная. По словам специалистов, перепады температур – главный враг дорожного покрытия. С каждой оттепелью неизбежно появляются все новые провалы в асфальте. Вот сейчас нальет воды, потом подморозит, потом опять оттепель пройдет, и он начинает разрушаться. То есть он разрушается абстрактно. Вот мы стоим, вот сейчас здесь сухо, вот может завтра вот тут яма образоваться, вот прямо вот на ровном месте. Поэтому работы по ямочному ремонту ведутся круглогодично. Карта работ составляется по результатам мониторинга обращения жителей на портале Добродел. Но теперь появилась еще одна возможность обращать внимание на подобные проблемы. Недавно активисты Общероссийского народного фронта создали аналог Добродела для всей России. Достаточно зайти на сайт дороги.онф.ру, найти на карте свой город и отметить на ней участок дороги, который нуждается в ремонте. Как только отметка появится на сайте, жители смогут проголосовать за ту или иную улицу. Та, что наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована местными властями в первую очередь.